22 марта в городе Горячий Ключ начал работу 15-й Благовещенский православный педагогический форум. Он собрал учителей всего Краснодарского края, которые преподают основы православной культуры. Сегодня, в первый день работы форума, со вступительным словом к собравшимся педагогам обратился руководитель отдела религиозного образования Екатеринодарской епархии протоиерей Александр Игнатов. Начнем все-таки с того, что, познакомившись, уже увидев определенные перспективы, сохраним главное, помните, это душевность, общайтесь друг с другом. Я бы очень хотел, чтобы вы познакомились ближе друг с другом, чтобы вы делились своими идеями, чтобы ваши форумы принес пользу прежде всего вам, обрели новые силы для преодоления тех трудностей и выполнения тех задач, которые вы сами перед собой видите, которые ставит перед нами Господь. Отдельным событием форума стал представленный макет реконструкции Невской битвы, выполненный педагогами и учащимися Русской православной школы при храме Рождества Христова города Краснодара. Макет представляет собой военно-историческую игру для использования на уроках с участием школьников. Я вкратце расскажу, а потом мы все с вами еще и попробуем, потому что участие в этой игре как раз предполагает многих, так чтобы потом вы могли играть с ребятами, со школьниками. Преподаватели с удовольствием поучаствовали в этой игре. Когда Александр Невский пленил всех недругов и его привели к нему, он сказал такие слова, который должен знать каждый мальчишка. Идите и расскажите в чужих краях, что Русь жива. Пусть без страха жалуют нам гости. Но если кто войдет к нам с мечом, от меча и погибнет, на том стоит и стоять будет русская земля. Игнатий Брянчанинов говорил, кто не верит в великое будущее России, тот погрешает против промысла Божия. Но у нашей страны великое будущее. Потому что она единственная хранительница святой веры воскресшего Иисуса Христа.